Шоу в честь закрытия Паралимпиады назвали «Достигая невозможного». Это будет рассказ о паралимпийцах. Главным героем церемонии закрытия станет спортсмен-колясочник Алексей Чувашов. Как рассказали режиссеры шоу, он с помощью одних только рук поднимется по канату на 15-метровую высоту и вновь докажет – невозможное возможно. Мы говорим о том, что они могут даже летать силой своего духа, красотой своей мечты. Они своими выдающимися результатами, триумфом своей силы и осуществлением своей мечты заставили всех нас наблюдать за ними и восхищаться в течение всех этих паралимпийских игр. На пресс-конференции рассказали, что в церемонии закрытия наравне с другими участие примут артисты с инвалидностью. Также ансамбль казаков из 210 человек. Выступят и известные исполнители – тенор Хосе Каррерас и незрячие певицы Навсет Чинип и Диана Гурцкая. Отмечу, что работали на церемонии закрытия именитые режиссеры. Среди них, например, Даг Джек – всемирно известный постановщик, обладатель премии Эмми. На его счету 50 мировых шоу. Он ставил церемонии на 6 олимпиадах. Как отметил Константин Эрнст, это будет светлый, но чуть грустный праздник. Напомню, церемония закрытия паралимпийских игр пройдет 16 марта на стадионе «Фишт». Начало в 20 часов.